Траурные венки у информационного щита на строительном заборе. Накануне жители Старопарголовского квартала прощались с немецкими коттеджами на проспекте Тореза. На место прибыли и сотрудники полиции. Митингующих вежливо попросили уйти с газона, так как это нарушает благоустройство района. А у вас есть законные права нас гнать отсюда? Есть. Почему там есть? Закон, а там нету? Закон по благоустройству. А там нету? Нет. Да. У Почему? Них есть вырубка, у них есть кадастровый документ. Нету, да нету, 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 нету. Неравнодушные люди отпустили в небо десятки воздушных шаров черного цвета, чтобы известить своих соседей и проезжающих по проспекту Мариса Тореза, что в противостоянии с застройщиком так и не удалось достичь договоренности. Замечательный наш двор весь испортили. Все повырубали. Здесь было безумное количество и сирени, и цветущих деревьев, и вишни, и слива, и яблони. Все вырубили. И теперь вот неизвестно вообще, где наши дети будут гулять. Нас отправляют все инстанции. Нас отправляет прокуратура, отправляет в полицию, администрация Выборгского района отправляет нас в прокуратуру. И вот этот вот круг административный, он замыкается, и замыкается, к сожалению, безрезультатно. Жители малоэтажного микрорайона обратились за помощью к депутатам и вице-губернатору Игорю Албину. Застройщик неоднократно отмечал, что если высотка на месте построенных в послевоенные годы коттеджей будет ниже 16 этажей, стройка будет нерентабельной. В понедельник девелоперы начали разбирать крыши. Сегодня на площадке орудовал бульдозер. Из 8 зданий сейчас за забором осталось только 3.